Приветствую всех на своем канале. Сегодня я хочу предложить вам вариант приготовления уникального блюда. Оно очень похоже на русские голубцы, но есть свои особенности. Приготовим долму. Если вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь, ставьте лайки и пишите любые комментарии под видео. Для приготовления нам понадобится мякоть говядины или баранины, виноградные листья, курага, луковица, растительное масло, зелень петрушки, соль и черный молотый перец по вкусу. Начнем готовить с того, что перекрутим мясо в фарш. Я использую для фарша говядину и пучок петрушки. Затем поперчим и посолим по вкусу фарш и хорошо вымесим. Виноградные листья я беру консервированные. Выкладываем на лист фарш и заворачиваем так же, как при приготовлении голубцов. Заворачиваем нужное количество. Луковицу нарезаем крупными кольцами. На сковороде на растительном масле обжариваем кольца лука. Сверху выкладываем долму. Заливаем небольшим количеством воды. Солим по своему вкусу. Выкладываем сверху курагу и тушим под крышкой до готовности, примерно 50 минут. Наша долма готова. Если вам понравилось это видео и рецепт, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Пишите, комментируйте и высказывайте свое мнение, а также советуйте и задавайте вопросы. Это очень важно для меня и для продвижения канала. Приятного вам аппетита!